телеканал «Санкт-Петербург. Проект 2015» в студии Ирина Степанова. Добрый вечер. Непростая экономическая ситуация и снижение темпов продаж на рынке недвижимости привели к росту количества долгостроев во всех регионах России. Наш город, увы, не исключение. На территории Петербурга сейчас 70 недостроенных домов, а свои долгожданные метры не могут получить более 1500 дольщиков. Сегодня прорабатываются пути решения проблем с долгостроями, завершение их строительства. Однако эксперты отмечают, что пока многочисленные механизмы не отвечают жизненным реалиям. Какие городские долгострои в ближайшей перспективе все-таки будут сданы? Есть ли шанс у обманутых дольщиков вернуть свои деньги или получить законные метры? Насколько эффективен 214-й федеральный закон в решении проблем жилищного строительства? Эти и другие вопросы обсудим сегодня в проекте 2015. Я рада приветствовать наших сегодняшних экспертов. Это председатель комитета по строительству Сергей Морозов. Сергей Эдуардович, добрый вечер. Здравствуйте. Добрый вечер. Вице-президент гильдии управляющих и девелоперов Вячеслав Семененко. Вячеслав Васильевич, также рада вас приветствовать. Добрый вечер. Начальник отдела по надзору за исполнением бюджетного законодательства прокуратуры Санкт-Петербурга Ольга Пелевина. Ольга Вячеславовна, добрый вечер. И адвокат Санкт-Петербургской городской коллегии адвокатов Антон Лебедев. Антон Юрьевич, также рада вас приветствовать. Добрый вечер. На второй площадке работает моя коллега Ольга Некрасова. Оля, здравствуй. И кто у тебя сегодня в числе гостей? Добрый вечер, Ира. У нас сегодня на второй площадке люди, оказавшиеся по обе стороны баррикады. Это и дольщики, и представители застройщика, а также специалист по недвижимости, который, как я считаю, может взглянуть на проблему как бы со стороны. И мы, конечно, готовы подключаться к разговору. Ну что ж, ждем ваших вопросов, ваших комментариев. И, уважаемые зрители по ту сторону экрана, ваше мнение также важно для нас. Звоните в студию, пишите в нашу группу ВКонтакте. Все эфирные координаты на экране. Ну а на голосование у нас сегодня такой вопрос. Вы бы сейчас рискнули купить квартиру в строящемся доме? Прежде чем перейти к обсуждению, давайте вместе с нашим корреспондентом Александром Макашенцем проинспектируем несколько адресов, которые уже вошли в историю города, по крайней мере, в раздел «Долгострои». Мотор. За последние 8 лет у Светланы, так называется этот жилой комплекс на проспекте Испытателей, не раз успели смениться как сроки сдачи объекта, так и число застройщиков. Последняя компания пообещала закончить строительство к концу 2016-го. Впрочем, будущие жильцы, которые привыкли к любым неожиданностям, уже готовы к очередному переносу срока. Прораб высказала сомнения по сдаче дома в этом году. Говорит, может задержать остекление балконов. Все-таки более реально это середина 2017 года. Уж больно темпы строительства низкие. Жилой комплекс «Моя стихия» уже сейчас оправдывает свое название. Буря эмоций пайщиков вызвана тем, что уже почти 2 года на стройке ничего не происходит. Хотя к 2018-му квартиры должны быть сданы. Как результат, множество нелестных отзывов о компании и даже несколько митингов. В заключенных нами договорах прописан срок сдачи как второй квартал 2016 года. На сегодняшний день не построено ни одного жилого этажа. На митинг также вышли дольщики жилого комплекса «Кристалл» Полюстрова на улице маршала Тухачевского. Первый инвестор обещал закончить работу еще к 2006 году. Почти за 10 лет никаких изменений так и не произошло. После вмешательства комитета по строительству был назначен новый инвестор, который пообещал управиться к 2017. Местные жители уже сейчас отмечают определенный прогресс. Ну, сейчас все активно началось. Действует строительство. Так что вполне может быть и достроят. Теперь завершат, потому что темпы заметны. Хотя невооруженным взглядом видно, да, прежний застройщик строил стены толщиной внешней примерно метр, а сейчас толщина этих стен сантиметров 25. Жилой комплекс «Маршал» на Кондратьевском проспекте долгостроем назвать пока нельзя. Срок сдачи объекта переносился лишь один раз с 2014 на 2016. Однако в самой компании есть сомнения по поводу даты окончания строительства. Состояние дома, ну там работы ведутся. Сроки сдачи там зависят от того, в какой очереди вы выбираете квартиру. Ну, что-нибудь среднее. В первую очередь, четвертый квартал 2016 года. Вторая она сдаваться будет попозже, это второй квартал 2017 года. Но судя по состоянию объекта на сегодняшний день, чтобы закончить весь жилой комплекс к концу 2017-го, строителям придется сильно постараться. Александр Макашенец, Александр Дегтярев, Олег Марков, проект 2015.
Но это вот нам показалось такие знаковые истории, знаковые объекты. И это на самом деле капля в море. Давайте сразу в стык покажем, сколько у нас в целом проблемных объектов на контроле правительства города. Мотор. Итак, на контроль правительства города остается 26 проблемных объектов долевого строительства. Это 71 жилой дом общей площадью более 1 миллиона квадратных метров. И это 21,5 тысячи квартир. В первом полугодии при участии органов власти введен в эксплуатацию дом на 527 квартир. И в высокой степени готовности еще 14 проблемных объектов долевого строительства. Это 11 293 квартиры. И вот здесь Сергей Эдуардович, Вячеслав Васильевич. Вам слово. В чем сейчас основные причины того, что стройка где-либо тормозится? Ну, первоочередная причина – это нестабильное финансовое состояние подрядных организаций, застройщиков. Это является основанием для несоблюдения сроков. Как мы знаем, подорожали и строительные материалы, безусловно, есть объективные причины, есть и субъективные причины. Это отвлечение средств и так называемое котловое финансирование, когда оно происходит не по проекту, а отвлекаются финансирование на другие объекты строительства застройщика. Таким образом, мы получаем в конечном счете недострой. Безусловно, да, вы абсолютно справедливо сказали, сегодня у нас в первом полугодии было 26 объектов, сегодня их уже осталось 25. Мы надеемся, что эта динамика сохранится, и к 2018 году в соответствии с принятым графиком мы выйдем из этой проблемы достойно. За счет чего вот эта динамика должна сохраниться? За счет мер постоянного контроля со стороны города, к примеру, прокуратуры, активности дольщиков? Или все-таки за счет того, что могут передавать те или иные объекты другим компаниям, брать кредиты? Я имею в виду все-таки воздействие контроля или финансовое вливание? Вы знаете, здесь комплекс мер, каждый застройщик, каждый объект, он индивидуален. И невозможно разработать какой-то принципиальный механизм, который бы позволял решать в том или ином виде уже сложившиеся проблемы. Мы выходим на каждый объект с технической инвентаризацией, с инвентаризацией сетей, с комплексным финансовым анализом. Только после этого нам позволяет весь комплексный анализ сделать какие-то выводы и принять те или иные управленческие решения. Поэтому здесь сказать, что существует один алгоритм, ну, ко всем, применим ко всем объектам, наверное, невозможно. Вячеслав Васильевич, вот готовясь к нашей сегодняшней беседе, нашла ваши слова, сказанные в октябре 2012 года, когда вы как раз были главой комитета по строительству, Смольный избавиться от обманутых дольщиков за 2 года. Вот видим, к сожалению, избавиться не удалось. На ваш взгляд, уже теперь с точки зрения специалиста внутри строительного сектора, это все-таки внешние экономические факторы или зачастую, как, наверное, в ситуациях с теми долгостроями, которые пополнили наш реестр в последний год, полтора, это откровенный мошеннический умысел. Ну или вот, как Сергей Эдуардович выразился, работа на стадии котлована. Ну, к сожалению, в отличие от 2009 года, когда краны стояли, стройки были замершие по городу. Очень редкая стройка была в активном состоянии. Сегодня я не вижу экономических предпосылок, и реальных экономических предпосылок к тому, чтобы компании банкротились, либо останавливали стройки. Поэтому я вижу субъективные факторы исключительно. То есть вот такого серьезного спада у нас, я не знаю, той же покупательской способности нету? Нет. Размер рынка, безусловно, вырос. Объем строек, количество строек выросло, и у нас, и в ближайшей области выросло. Но сказать, что у нас упали продажи в разы кратно нельзя. Это процентные какие-то, 20%, 30%. Никакого отношения к этому кризису на сегодняшний день эти сокращения продаж никакого отношения не имеют. Поэтому я вижу исключительно субъективные факторы. Первое, это, безусловно, как оно было, так оно осталось. Это жульнические схемы, когда деньги выводятся со строек в нарушение всего, чего только и 214-го, и здравого смысла. Берутся деньги у людей, эти деньги идут не на стройку. Неважно, что на другой объект. На другой объект это все-таки на строительные программы. Но деньги вообще уходят из жилищного строительства. Они просто выводятся. Это, я думаю, на эту тему должно свое слово сказать уголовное законодательство в чистом виде. Ну, а вторая большая причина – это некая глупость, когда застройщики начинают считать, что это очень легкий бизнес, начинают покупать пятна, берут у людей деньги. Эти деньги идут на покупку земельных участков. Они создают вот эту вот, ну, пирамиду в чистом виде, безусловно. В какой-то момент времени общей грамотности и устойчивости компании просто не хватает. Вот, но
Те цифры, которые вы называете, 28, 25, 26, я не считаю, что идет какой-то естественный рост, просто рынок вырос. Рынок вырос, но каких-то предпосылок к тому, чтобы что-то там изменилось в худшую сторону, я объективно не вижу. А в таком случае возникает закономерный вопрос. А как мне, потенциальному покупателю, не нарваться на такого застройщика? Потому что, к сожалению, не все имеют финансовые возможности покупать, что называется, у застройщиков с хорошей репутацией, у которых огромное количество уже построенных объектов. Кто-то может купить только на уровне котлована. Антон Юрьевич, тут есть какие-то, что называется, рецепты? Ну, все рецепты сводятся к тому, что надо необходимо проверять пакет документов, которые есть у застройщика. Но, допустим, эта проверка, она происходит при подписании договора. Да? Соответственно, что будет делать этот застройщик на протяжении следующих, допустим, 2 лет, предвидеть практически невозможно. Как он будет осуществлять свое финансовое планирование в течение 2 лет? Это вопрос только к застройщику, но сейчас уже появляется аудит годовой застройщиков у нас. С 2017 года, возможно, это поправит ситуацию. Ольга Вячеславовна, а как можно ли вот эти самые 2 года, к примеру, когда там в 2015 году я подписал договор, в 2017 году жилье должно быть сдано, как-то проверить и проконтролировать? Обращаются к вам с такими вопросами или нет? Что вот, смотрите, стройка стоит, что делать? Или это не к прокуратуре, это вначале по другим инстанциям необходимо пройти? Ну, во-первых, хочу сказать, что на начальной стадии никогда никто не обращается. К сожалению, к нам уже приходят, когда практически 90% все пропало, и уже надо решать вопросы с возбуждением уголовного дела и советоваться с органами исполнительной власти, как завершить строительство другими силами. Когда здесь надо понимать, что когда гражданин идет покупать квартиру, к сожалению, он не действует точно так же, как он действует в универсаме, проверяя сроки годности продуктов. Да? Основной вопрос для него – это цена. И человек не задумывается, что за очень дешевую цену нельзя получить те метры, которые он хочет. Если эта цена заведомо ниже рыночной, то уже должно закрасться сомнение, стоит ли заключать такой договор. Ну, конечно, осуществляя, скажем так, свой общественный контроль за ходом стройки, в которую ты вложился, следует в первую очередь обращаться в комитет по строительству, как контролирующий орган в этой сфере. Комитет в этой части, хочу сказать, очень открыт. У них управление контроля и надзора всегда готово работать с гражданами, давать консультации, в том числе и до заключения договора. Я знаю, тоже они ведут прием, консультируют граждан по вопросам надежности стройки, надежности застройщиков и перспектив объекта. Когда видите, что уже срок подходит, дело не движется, конечно, следует идти в первую очередь в районную прокуратуру. Я хочу сказать, что прокуратурой города, вот чисто аппаратом, за первое полугодие рассмотрено больше 200 жалоб по существу. Это не считая тех, которые там порядка 400-500 направлены либо в органы исполнительной власти, либо в районные прокуратуры, те, которые являются первичными. То есть 200 – это уже те, где приняты решения на разных этапах. А вот, Ольга Вячеславовна, а основание для жалобы каким должно быть? Вот повторюсь, как у нас, к примеру, в материале. Просто ничего не движется, хотя еще до срока сдачи 2 года, и вроде как можно жить спокойно. Это будет основанием? С таким вопросом лучше обращаться в комитет и ставить вопрос о проведении проверки на предмет целевого использования средств. А вот здесь, на этой стадии можно проверить в любой момент, куда ушли твои деньги. К нам, конечно, с этим рано идти. Ну, как вы сказали, к сожалению, только когда уже 90% из серии все потеряно. Давайте сразу покажем, раз заговорили о сайте комитета по строительству. Там есть информация для потенциальных покупателей, как не стать жертвой недобросовестного застройщика. Там всевозможные реестры. Здесь Сергей Эдуардович, наверное, лучше меня расскажете, какую информацию на сайте можно найти. Информацию можно найти исчерпывающую от действующего законодательства до того, к какому сотруднику можно обратиться, записаться на прием. Как Вячеслав справедливо заметил, прием осуществляется раз в неделю. Помимо этого, раз в неделю осуществляются комплексные мероприятия в рамках работы штаба по проблемным объектам, куда также свободный доступ, можно прийти, послушать того или иного проблемного застройщика
и какие меры предпринимаются и застройщикам, и органам исполнительной власти. А вот давайте как раз послушаем вторую площадку. Оля, пожалуйста, тем более, что у тебя как раз есть представители и компании застройщика, и представители, собственно, инициативных групп дольщиков. Денис, расскажите, вот вам какая-то такая информация была бы полезна перед покупкой? Эта информация касается долевого участия, а ПЖСК совсем другие. То есть у нас на стадии строительства практически невозможно не проверить. Ни стройкомитет, ни прокуратура не проверяет строительство ЖСК. Угу. То есть они отписываются нам, что мы не имеем права влезать в дело компании. Вот. И поэтому... То есть нету никаких рычагов давления на нашего застройщика. Застройщик наш уже на протяжении 2 лет переносит стройки строительства. И как бы может их бесконечно переносить. При этом на него не действует никак прокуратура, ни строительный комитет. А давайте озвучим вашего застройщика. Не думаю, что в таком контексте, в каком вы говорите, это будет рекламой. Вот. И а вы можете прямо назвать название застройщика? Застройщик у нас компания U2 Development, которая строит объект силы природы. На протяжении уже 3 лет его строят. В течение 1 года она должна была его построить. Задержка на 2 года. Вот. На настоящий момент на строительной площадке нет ни одного рабочего. Хотя компания уверяет, что строительство ведется. Ну вот, вот как раз одна из площадок этой компании, я так поняла, и была в нашем материале. И здесь, Ольга Вячеславовна, и к вам вопрос, и Антон Юрьевич, к вам вопрос, как юристу. Здесь-то можно как-то повлиять на ситуацию? Тем более, раз граждане обращались не на той стадии, как вы сказали, когда уже 90% потеряно, а 90% не сделано, я бы сказала. Ну, давайте начнем с того, что участие в стройке путем вступления в жилищно-строительный кооператив до сегодняшнего дня фактически никак не регламентировано по сравнению с 214 законом, да, за исключением законодательства о жилищно-строительных кооперативах, соответствующей главы в жилищном кодексе, которая вот только сейчас, с июля месяца, да, претерпела соответствующие изменения и появились какие-то возможности контроля, аналогичные 214 федеральному закону. По сути, воздействовать гражданин на застройщика, вступая в ЖСК, никак не может, потому что у него правоотношений с кооперативом, с застройщиком нет. У него правоотношения с кооперативом. Он заплатил свой пай, у кооператива чаще всего инвестиционный договор с застройщиком и обязанности у застройщика перед кооперативом как юридическим лицом. Поэтому, к сожалению, в связи с пробелами в законодательстве в данной части влиять на эту ситуацию до настоящего времени мы не могли. Ну, за исключением уголовно-правовой составляющей, опять же, которая требует длительной проверки, доказывания и не поможет получить квартиру, к сожалению. Ольга Вячеславовна, простите, остановлю вас. Там вторая реплика у нас на площадке есть, я так понимаю, ответная, пожалуйста. Да, Елена, пожалуйста, что вы хотели сказать? Да, я хотела сказать, что по схеме ЖСК вы говорите, что нет действенных инструментов. Так я хотела бы добавить, что по схеме долевого участия, да, в рамках 214 ФЗ тоже нет действенных рычагов давления на застройщиков, и мы не имеем защиты в полной мере. Мы обращаемся в правоохранительные органы уже достаточно давно, в течение 2 лет. Мы вообще плотно занимаемся перепиской с различными структурами и не можем возбудить уголовное дело. Поначалу это отписки о том, что мы не являемся проблемным объектом, потом в дальнейшем нам органы ОМВД говорят о том, что если застройщик даже один кирпич в год будет класть, он считается... Уже что-то делает, да, по крайней уже мере. Что-то делает. Елена, а можно вам встречный вопрос? Вот мы сейчас показывали сайт того же комитета по строительству. Говорим о том, как можно проверить или что-то узнать о своем застройщике. Вы, прежде чем вписываться в эту историю, узнавали, это надежная компания? Я узнавала так, как умею. Я не могу думать как застройщик. Тем более, если это злозастройщик, если он изначально планирует не достраивать объект, правильно? Соответственно, он как бы схемы придумывает такие, которые позволят ему уйти от ответственности или не достроить этот объект. Я смотрю прямо, есть договор долевого участия, проверяю его у юристов, юристы говорят, окей, все хорошо, у вас нормальный договор, нормальная компания, идите заключайте ДДУ. Все хорошо, мы сидим, ждем, к моменту сдачи объекта
объект, естественно, дольщики уже видят, что если объект не введен в срок и нет той стадии готовности, которая должна привести к вводу, начинают бить панику. Понятно. Услышали, Антон Юрьевич, готовы прокомментировать вот эту ситуацию, повторюсь, с точки зрения защиты прав как раз дольщиков? Но дело в том, что вот тема ЖСК действительно у нас слабо отрегулирована в законе, но, допустим, жилищный кодекс предусматривает в статье 100, пункте 3, то, что жилищный кооператив должен иметь распоряжение на строительство. Часто вот те проблемные ЖСК, которые, скажем так, на слуху, они ведь делают что? Они просто заключают инвестиционный договор с застройщиком. Хотя по своей сути они должны иметь собственное распоряжение на строительство, и они сами должны фактически являться застройщиком. Соответственно, применять к ним правила 214 закона сложно. По сути своей, все отношения с пайщиком они регулируют своим уставом. То есть как выйти, как войти, это все прописывают они сами. И как следствие, кооператив может поменять устав, поменять правила выхода из него. И в такой ситуации дольщик действительно встает перед выбором. Либо мне ждать, либо мне возвращать деньги. Причем не факт, что эти деньги еще будут выплачены быстро, даже после решения суда. А были такие случаи успешные все-таки? Взыскание? Да. Да. Были. Хорошо. У нас на второй площадке есть еще и представитель как раз компании-застройщика. И хочу Ирине слово предоставить. А, собственно, почему вот такая ситуация складывается? Или это нам кажется, что на площадке ничего не происходит на строительной? Всем здравствуйте. Вы знаете, наверное, хотела бы начать, что вот сегодняшняя передача началась с того, что сказали вот по разные стороны баррикад. А вот мы не воспринимаем эту ситуацию, что мы по разные стороны баррикад, а мы как раз говорим о том, что именно застройщик совместно со своими пайщиками находится в определенной ситуации, и именно застройщик несет ответственность за решение тех проблем, с которыми столкнулся он в рамках реализации того проекта, который ведет. Если говорить о той теме, которая была затронута сегодня относительно нашего объекта в Ленинградской области, у нас стоят готовые дома. Дома готовы. Проблема одна – подвести и подключить дома к коммуникациям. И, наверное, если разбирать проблему по существу и говорить о каком-то взаимодействии, а не делить застройщиков на мошенников и не очень опытных, наверное, стоило бы говорить о том, что застройщики Ленинградской области столкнулись с проблемой, когда они вынуждены тянуть сети самостоятельно. И здесь, наверное, стоит обсуждать вопрос какого-то паритетного участия властей, монополистов и застройщиков в подключении объектов к коммуникациям. Но это Ленинградская область. Ирина, простите, остановлю вас. Однако вопрос, я думаю, актуален и для Петербурга. Сергей Эдуардович, у нас вот эта схема выстроена? Безусловно, у нас эта схема выстроена. Она регулируется на стадии выдачи технических условий от эксплуатирующих организаций, от монополистов. И, безусловно, каждый застройщик, создавая то или иное количество квадратных метров жилья, должен понимать, к чему он будет подключен в конечном счете. Либо это должно быть прописано в соглашении с городом в конечном счете, либо он в том числе в рамках выданных технических условий за счет собственных средств обязан подключить данные жилые дома к инфраструктуре. Вячеслав Васильевич, вам заключительное слово в этой, наверное, части беседы, хотя еще мы один материал подготовили. Вот здесь уже прозвучали слова о том, что некоторые компании заведомо предлагают такую цену, что вроде как становится понятно. Эта компания может и не дотянуть до окончания строительства. Можно ли каким-то образом наш строительный рынок застраховать, снимать вот такие компании, что называется, с дистанции еще на начальном этапе или нет? Или на сегодня вот таких механизмов нет, у нас свободный рынок и все? Такого механизма нет. Один из застройщиков, которые здесь были озвучены, в частности, в начале строительства мне рассказывал о том, почем он построит метр. Я 20 лет в этой отрасли, и для меня это было удивительно. Он говорит, нет, ты не знаешь. Вот у меня есть такие уникальные технологии, такие подходы к строительству, которые мне позволят сделать это в полтора раза дешевле, чем строит какой-нибудь там трест, возглавляемый заслуженным строителем России. И что я с ним могу поделать? И какие аргументы у комитета по строительству или у прокуратуры? Сказать, нет, это неправда. Мы на Фонтанке проводили круглый стол, сколько стоит дом построить. Мы рассказывали об инвестиционной себестоимости метра. Инвестиционная – это земельный участок, физика, техусловия, накладные расходы организации, маркетинговые проценты на обслуживание денежных средств. И, собственно, физика там – это половина. Кирпич – это половина или меньше половины, можно и так сказать. Но в среднем половина.
Если люди считают, что у них нет своих накладных расходов, у них просто плохо считают. Что является критерием? Если банк тебе выдает кредит, он просит у тебя бизнес-план. Если он видит, что твой бизнес-план адекватен, он даст кредит. А если неадекватен, не даст. Ну, может быть, опять же, есть такая версия, что нужно развивать тему банковского сопровождения, эскро-счетов, счета целевого накопления денег. Мы сейчас уходим в детали, однако я боюсь, что даже вот тот круглый стол, о котором вы говорили, он остался информацией для специалистов, а почему-то потенциальные покупатели, вот нет, как не повестись, не поверить тому, что на самом деле можно вот с помощью космических технологий построить жилье за микроскопические деньги. Никак. Никак. Я согласен с коллегами. Нет у нас рецептов на это. Да. Хорошо. Тем не менее, правительство города пытается найти различные механизмы решения проблемы, когда вот стройка, что называется, зависла. И среди них, по крайней мере, тут Сергей Эдуардович, если что, поправьте меня, в прошлом году, по крайней мере, заявлялась схема передачи долгостроев новому застройщику. Мы вот вспомнили три таких случая. Давайте покажем графику. Это группа компаний «Город», там три жилых комплекса, их передали холдинговой компании «Эра», «Чесмо Инвест», там два жилых комплекса «Глорокс Девелопмент», и, наконец, вот уже звучавший в нашем материале ЖК «Полюстрово Парк» компании «Импульс», его подхватила группа компаний «Эталон». А тут сразу возникает вопрос, это вот на самом деле уже действующая схема, если не отработано, то, по крайней мере, налаживаемое, или скорее эксперимент, Сергей Эдуардович? Нет, это не эксперимент, это уже принятые управленческие решения, те, которые на сегодняшний день уже реализуются. Угу. Как я уже сказал, все проблемные объекты на сегодняшний момент находятся на контроле у исполнительных органов государственной власти, у правительства Санкт-Петербурга. В данном случае три этих объекта, они уже сегодня реализуются, начата реализация, пока они реализуются успешно. Дальше будем мониторить. Я единственное поправлюсь, сказала, да, что Полюстрово парк, ЖК «Кристалл Полюстрово», вот такое важное уточнение. Да. Вячеслав Васильевич, а вот это для застройщика насколько вообще интересно, эффективно? Потому что деньги, как уже вроде дольщики отдали другим компаниям, вам тоже ничего, условно говоря, следующему пришедшему застройщику и не останется. Ну, на каких условиях готовы? Застройщики живут в этом городе, работают в этом городе. И знаете, это абсолютно не коррупционно, когда ты разделяешь какие-то риски в отрасли, которые присутствуют. Чем меньше рисков, тем больше прозрачность работы в этой отрасли, прозрачность покупки для людей. Соответственно, лучше бизнесу. Желания ни у кого сходу, конечно, нет в этом участвовать. Но, во-первых, у этих застройщиков, в том числе, которые были на экране, есть свободные земельные участки, есть непроданные квартиры. Это все-таки является активом. Я считаю, что это переговорный процесс, он имеет право на существование. Да, но здесь еще используется схема, допустим, увеличения высотности, расширения дома как вариант. Да, то есть повышение того, что можно продать в результате захода нового застройщика на объект. Ну и насколько я знаю, к примеру, такие привилегии, как управление потом уже построенным домом, управляющая компания от застройщика, нет? Там никакой экономики нет. Это жильцы делают здесь. Ага, да, конечно, рассказывайте мне, когда жильцы же решают этот вопрос в новостройках. А, допустим, в Ростовской области там без торгов предлагают вот таким компаниям, которые выходят на сложные объекты достраивать без торгов тот или иной участок. У нас такие прерогативы предоставляются, нет? У нас такие прерогативы не предоставляются. В любом случае, смена собственника земельного участка – это новая процедура. Угу. Поэтому в рамках, пока еще земельный участок находится у застройщика, подобные процедуры и возможно проводить. Угу. Пока это механизм, но все-таки экспериментальный. Он не экспериментальный, как вы видите, он уже реализовывается. К сожалению, он не ко всем объектам применим. У нас на сегодняшний момент те объекты, которые уже неинтересны, которые убыточные, то есть это анализ каждого отдельно взятого объекта. И как мы вам докладывали ранее, да, сегодня в этом году мы планируем достроить порядка 7 объектов еще дополнительно, ввести их в эксплуатацию. Пока это такие достаточно оптимистичные планы, но тем не менее мы будем стараться их реализовывать. В следующем году мы планируем уже реализовать по подобной схеме уже 9 объектов и завершить это все в 2018 году. По каждому из этих объектов проведен анализ, как я уже говорил ранее, в том числе и финансовый анализ. Главное, чтобы снежного кома такого не получалось. Давайте еще вторую площадку подключим и на рекламу уйдем.
Вот как раз о механизме передачи объектов, проблемных, так называемых объектов, другим застройщикам Елена хотела высказаться, пожалуйста. Да, как раз вот есть определенные риски, когда... Сейчас начали уже применять схему передачи инвестору. Есть люди, возможно, это привлеченные от застройщика, да, лица, которые пытаются прикрыться законом о коммерческой деятельности. Якобы правительство и дольщики препятствуют их деятельности. Вот. Поэтому я хотела бы сказать о том, что правоохранительные органы должны реагировать скорее и защищать интересы дольщиков, и задействовать нашему правительству и строительному комитету, нежели помогать и защищать застройщика. Я, конечно, понимаю, что у каждого есть права, как у нас, так и у застройщика. Но, тем не менее, мы вложили свои деньги, и мы хотим, чтобы наши права защищали. Защищали. Право потребителей, в конце концов. Ольга Вячеславовна. Ну, у меня только к девушке вопрос. А каким способом прокуратура должна защитить ее при передаче объекта? Значит, здесь тема состоит из двух больших частей. Одно дело, когда земельный участок в собственности города и предоставлен застройщику на праве аренды. Да, тогда город может решать, что с ним делать. Но, опять же, он ограничен земельным кодексом. Не знаю, куда смотрит прокуратура в том субъекте, куда привели пример. Но по земельному кодексу сейчас такие земельные участки могут предоставляться только на торгах. И нельзя целевым назначением его отдать тому, кому я хочу, что называется. И вторая ситуация более сложная, когда земельный участок находится в собственности застройщика. И здесь вы знаете, что по закону лишить собственности можно только по суду. Либо какими-то, скажем так, не совсем правовыми механизмами склонить застройщика к заключению какого-то инвестиционного договора с третьим лицом, да, который за него достроит. Ну, это, что называется, в таком ручном режиме решать вопрос. Да. Давайте сейчас на рекламу прервемся, после которой будем говорить о том, а что уже сделано для защиты дольщиков и что еще необходимо сделать для того, чтобы все-таки вот те планы, которые уже Сергей Эдуардович озвучил, они бы осуществились, а не получился бы у нас снежный ком, не дай бог, к 2018 году. Не переключайтесь. Это проект 2015. Говорим о том, как не стать обманутым дольщиком, что делает государство для защиты покупателей квартир и что еще предстоит сделать. А слово сейчас второй площадке предоставляю. Оля, пожалуйста. Да, пожалуйста, Михаил. Добрый день. Пока мы говорили о проблемах обманутых дольщиков, моя же задача обычно, тем, чем я занимаюсь, как специалист по недвижимости, это сделать так, чтобы человек не стал, не попал в эту категорию, да, обманутых дольщиков. Обычно все рекомендации, что сводители здесь, и обычно рынки, они идут к тому, что надо посмотреть юридические моменты, надо посмотреть, что на сайтах описано по поводу отзывов этой компании, ну и максимально, что еще может посмотреть, старая компания или не старая. На этом вся проверка, кто бы ничто не говорил, она на это все заканчивается. Но актуальное финансовое положение данной компании в этот момент, оно нигде никак не просматривается, и оно непрозрачно. И получается, это определенная лотерея. То есть дольщик играет в лотерею. Единственный вариант такой, что им говорят, что если не хочешь проиграть, то бери ближе к сдаче дома. Если ты сдал на этапе сдачи дома, это дороже, но зато меньше риск. Если на Каталане, там кто не пьет шампанское... Хотя близость сдачи дома, увы и ах, тоже не показатель. Вот буквально прошлый год иллюстрирует эту историю. Ну и, соответственно, второй вопрос, опять же, аналогия интересна данной ситуации. Если привлекаются деньги, это, по сути дела, чем-то подобно финансовому рынку. Если мы посмотрим на финансовый рынок, то есть регулятор государственный, Центробанк. Если на каком-то этапе он видит, что банк делает что-то не то, он не ждет, пока банк обанкротится или когда-то все деньги будут выведены. Он просто отзывает лицензию и гарантирует возврат денег, по крайней мере, физическим лицам, те, которые были вложены. На этапе же, вот как раз сейчас нововведение пытаются сделать что-то похожее, подобное. Вот хотелось бы вопрос именно в том, как это будет реализовано сейчас, как видят это наши эксперты. Вячеслав Васильевич, готовы прокомментировать про эти нововведения? Или вначале давайте, может быть, напомним, вот, чтобы не было разговора двух специалистов, всем нашим зрителям, а какие, собственно, нововведения были, по крайней мере, законодательно прописаны вот за недавние несколько месяцев, а после обсудим, а поможет это на самом деле нам или нет. Мотор.
В июле Владимир Путин подписал закон, регулирующий сферу жилищного строительства. Документам приписываются жесткие требования к уставному капиталу компании. Если раньше застройщик мог заявить всего 10 тысяч рублей, то теперь капитал должен быть пропорционален площади возводимого жилья – минимум 150 миллионов. Также инвестора обязали раскрыть свою историю. На сайте необходимо публиковать данные о предыдущих объектах, сведения о подрядчиках и контакты. Закон вводит и новый механизм защиты прав дольщиков – компенсационный фонд долевого строительства. С 1 января 2017 года он заменит действующее сейчас страхование ответственности застройщиков. Собранные средства, предполагается, что ежегодный объем фонда составит от 30 до 40 миллионов рублей, пойдут на завершение долгостроев. Кроме того, не исполнившим свои обязательства застройщикам с мая этого года грозит уголовная ответственность. Ну и тут, уважаемые эксперты, расшифруйте мне, потенциальному непонятливому покупателю, поможет это или нет, если тот же уставной капитал компании теперь будет не 10 тысяч, а вроде как солидные 150, в случае чего, в конце концов, будет что вернуть, что отдать. Вячеслав Васильевич. Ну, это повышает прозрачность, безусловно, повышает ответственность застройщика, сам факт введения уголовной ответственности. Что касается компенсационного фонда, да, мне тоже эта тема нравится. В изначальной редакции закона о страховании как раз было два сценария. Первая — работа через страховые, просто это закон питерский, мы его инициировали. Работа через страховые компании, но понимая, что страховые компании нас не любят, не любят наши риски и завышают свои ставки, мы предполагали фонд взаимного страхования, который бы фактически накапливал отчисления в размере реального риска, посчитанного на территории региона. В нашем случае этот риск мы видели в районе 1-1,5%. Ну, то есть надо было брать деньги рисковые плюс накладные на содержание структуры, обслуживающие эти риски. И управление предполагалось отдать участникам рынка, которые таким образом бы контролировали чистоту рядов, потому что прокуратура, комитет по строительству, это госструктуры, они ограничены своими полномочиями. А застройщик, в общем-то, может и прийти с неожиданной проверкой. Это не так, как, знаете, он и действует более резко, и нанять тех исполнителей, юристов, адвокатов, которых он посчитает нужным. В целом, мне нравятся эти изменения в 214 закон, но как бы, мне кажется, что еще более эффективный механизм. Антон Юрьевич, а на ваш взгляд, вот это будет действенная защита прав покупателей или нет? Или, допустим, те же самые 150 миллионов, прописанные изначально в договоре, компания потом, застройщик, может благополучно вывести, и я об этом даже и не узнаю, и останусь снова с 10 тысячами. Ну, действительно, на самом деле, жителей. Не факт, что имею 150 миллионов уставный капитал, компания имеет эти денежные средства в своем распоряжении. Она может купить элементарно ценные бумаги, достаточно дорогостоящие, и хранить их вместо этих 150 миллионов. Ситуация с фондом, пожалуй, это саморегулирование рынка и взаимная ответственность. Здесь регулирование регулярного этого взноса, да, позволит распределять нагрузку между застройщиками, когда кто-то, допустим, не исполнит свои обязательства, да, за счет этого фонда, либо повышение ответственности общей, повышение этого коэффициента произойдет по региону. В целом это хорошая схема, мне кажется, она будет применима. Что касается уголовной ответственности, так она у нас введена недавно, и распространение уголовного закона во времени, оно только на будущее время. Соответственно, те деяния, которые совершены до, они регулируются старым законодательством. Соответственно, пока уголовная ответственность — это те недобросовестные застройщики, о которых мы, допустим, сегодня говорили, не несут. Но уже сказали вот про этот фонд, про распределение в случае чего, да, на страховой такой случай. Но, а у нас разве те же самые саморегулируемые строительные организации, вот при вступлении в эти организации, разве застройщик не вносит какую-то определенную сумму? Там же, по-моему, немалые деньги копятся на счетах, вот на случай чего застройщикам случись, придут и вот компенсируют, помогут достроить, нет? Саморегулируемое объединение регулирует подрядную строительную деятельность. Они не регулируют деятельность девелоперскую либо инвестиционную, деятельность по привлечению денежных средств на людей. То есть это немножко разные вопросы. Давайте в продолжение разговора подключим еще председателя комитета по взаимодействию застройщиков и собственников жилья Российского союза строителей Виолетту Басину. Она с нами на связи по скайпу. Виолетта Аркадьевна, добрый вечер.
Добрый вечер, всех коллеги. Сейчас слышали, какие изменения, да, я думаю, знаете без нас, введены у нас в 214-й федеральный закон. На ваш взгляд, это поможет или нет? Вот тот самый компенсационный фонд, о котором вы когда-то в нашем же эфире и говорили, он появится. Но есть ли гарантия, что он останется у застройщика, не уйдет налево? Я могу сказать, что года два назад мы предлагали создать инициативу такого фонда и задача фонда, которого идет именно на завершение объектов строительства. Понятно было в октябре месяце, когда было вынесено решение Центробанка об ужесточении требований к страховым компаниям, что это поведет за собой последствия остановки продаж у застройщиков. В общем-то, многие застройщики, это 68% на сегодняшний день по всей России, испытывают кассовый разрыв уже в 10 месяцев, ввиду того, что они не могут застраховаться и, соответственно, они не могут исполнить требования 214-го федерального закона, ввиду чего у них, конечно, нехватка финансирования, и в последующем мы можем ожидать и задержки строительства, в том числе у данного процента застройщиков. Понятно, что достроить объект значительно дешевле, нежели чем выплатить денежные средства каждому дольщику. Также понятно, что человек, который идет за покупкой квартиры, ему нужна квартира, а не денежные средства, которые он получит через 10 лет или через 5 лет, в зависимости от того, как пройдет процедура банкротства и в какой период, возможно, смогут вытащить эти денежные средства. И через 5-10 лет на эти деньги он уже ничего не купит. Также мы не забываем, что большая часть, 80% сделок, это идут ипотечные сделки. И, соответственно, за несуществующую квартиру дольщик все-таки платит еще и ипотеку. Поэтому мы изначально предлагали этот механизм как достройки объекта, чтобы дольщик получал непосредственно недвижимость свою и в предельно разумные сроки. Поэтому мы считаем, что это единственный действующий механизм в данном случае, чтобы завершать объект незавершенного строительства. А объемов этого фонда хватит, случись чего, хотя бы на достройку одного объекта? Конечно, хватит. Когда мы предлагали вариацию создания данного фонда, он все-таки предполагал под собой несколько еще дополнительных возможностей. Это поддержка финансовая застройщика, потому что не всегда застройщик виноват в том, что происходит в его компании. Мы прекрасно знаем, что происходит на рынке экономическом. Мы понимаем, как растут на сегодняшний день строительные материалы, но при этом рост цен на недвижимость он остановлен. Но потребность в финансировании есть. И мы предполагали, что там будут возможны короткие займы для застройщиков под более минимальные проценты, как раз чтобы избежать долгостроя либо незавершенного объекта строительства. Это контроль застройщика на протяжении всего периода строительства. Это ежеквартальные отчеты, проверка целевого расходования денежных средств, это дневник, так сказать, выполнения в сроки своих обязательств в случае неисполнения, чтобы была возможность у комитетов по строительству приостанавливать стройки до того момента, пока не будут устранены данные замечания. Также мы предполагали, что на моменте входа в фонд застройщик должен 30% продающегося жилья заморозить. Фактически он не имеет права их продавать до того момента, пока не будет дом 70% готовности. Это будет являться неким гарантом того, если вдруг из фонда будут перечисляться денежные средства на достройку объекта, чтобы был возврат этих денежных средств в фонд, чтобы он мог работать самостоятельно, не привлекая тем самых федеральных денежных средств. Но это, Виолетта Аркадьевна, я правильно понимаю, что, к сожалению, вот это всего лишь осталось идеями, пока законодательно так и не прописано? Мы очень надеемся, что Министерством строительства будет создана все-таки рабочая группа, на которой все эти моменты все-таки обговорятся, и они будут донесены до нужных людей, и, в общем-то, их примут за основу. Мы продолжаем дальше в этом направлении бороться. Спасибо вам большое, Виолетта Аркадьевна. Напомню, что на связи по скайпу с нами была председатель комитета по взаимодействию застройщиков и собственников жилья Российского союза строителей Виолетта Басина. И вот пока Виолетта Аркадьевна озвучивала возможные пункты и предложения усовершенствования 214-го, хотя, мне кажется, уже пора его просто переписывать заново. Вячеслав Васильевич, я так понимаю, вы не совсем соглашались, по крайней мере, что касается заморозки, в случае чего строительство и не продажи вот этих 30% непостроенных квартир.
Не то, чтобы не согласился. Это надо, надо осмыслить. Я не буду делать резких выводов по поводу предложений, потому что коллеги, безусловно, тоже специалисты. Они, наверное, 10 раз подумали. Сергей Эдуардович, на ваш взгляд, вот такие меры в перспективе нас спасут? Ну, насколько они нас спасут, я не готов сказать, но однозначно помогут, это точно. В первую очередь, о чем жаловались многие присутствующие в студии, это о раскрытии информации. Когда у людей элементарно нет понимания, нет информации, как строится объект, соблюдаются ли сроки строительства, что за застройщик, что он из себя представляет, какие результаты финансового аудита по нему и так далее. Вся эта информация уже застройщикам обязана будет предоставляться в сети интернет. Соответственно, у комитета, у органов исполнительной власти появляются дополнительные контрольные функции, в том числе и за раскрытием информации, в том числе и за сроками производства работ за объектами и так далее. Однозначно это должно помочь. И хочу только добавить коллег, что в Петербурге также действует комиссия по усовершенствованию 214 федерального закона под председательством Зимина Сергея Михайловича. В эту же комиссию входят и общественные деятели, и комитет по строительству в том числе. То есть работа над этим продолжается. Угу. Вторую площадку давайте послушаем. Да, Станислав, пожалуйста, вам слово. Все очень замечательно, да, хорошая инициатива, но единственный вопрос. Не приведет ли это к удорожанию и так дорогого жилья на стадии строительства? За чей счет будут все эти компенсационные фонды и так далее, и тому подобное? Вот, на мой взгляд, к сожалению, и так дорогое жилье будет и так стоить громадных денег. Самое главное, надо не забывать, то, что 214 федеральный закон защищает в первую очередь от двойных продаж. Это самое главное, его одна из функций защиты. Далее там прописаны, значит, нормы касательно нарушения сроков строительства и как вернуть свои деньги. Значит, все вот эти вот выплаты компенсационные, да, ну, на мой взгляд, они частично помогут, но, опять же, тем дольщикам, которые не уже являются проблемными, а те, которые только-только собираются заключать договора. Понятно. Станислав, услышали вас. У нас, к сожалению, времени немного. А вопрос, как помочь тем самым дольщикам, которые уже оказались в проблемной ситуации, к сожалению, остался открытым. Антон Юрьевич, готовы вот в двух словах, что делать тем, кто уже оказался вот в такой сложной ситуации? Требовать деньги назад, я не знаю, обращаться в комитет, к специалистам, в прокуратуру. Ну, здесь, конечно, нужно решать все индивидуально, о каком объекте идет речь, смотреть документы, но, в принципе, сама конструкция поведения дольщика сводится к тому, что он либо принимает решение и ждет достройки этого дома, либо идет в суд и пытается получить свои денежные средства. Конечно, когда застройщик, допустим, уходит в банкротство, а у дольщика есть взыскание, он не вправе включиться в реестр с требованием квартиры. В этом случае он должен требовать только денег, ну и, соответственно, какая часть этих денег ему вернется по результатам и вернется ли. И учитывая нашу инфляцию, лучше надеяться на то, что дом все-таки когда-нибудь достроит. Давайте сейчас уйдем еще на одну небольшую рекламу, после чего продолжим разговор и, собственно, будем подводить итоги и нашего голосования. Не переключайтесь. Это проект 2015. У нас остается, собственно, время для того, чтобы подвести итоги беседы. И вот начинали мы с проблемных объектов и их судьбы. Хочется все-таки с этой судьбой как-то разобраться и понять, благополучная история для дольщиков закончится или нет. Сергей Эдуардович, вот обросший уже легендами ГК «Город», что с этими объектами, будут они достроены или нет? Ну, очень сложная ситуация с ГК «Город», как вы знаете. Долгострой уже длится не один год. При этом можно с уверенностью сказать, что сегодня строительство возобновлено. Сегодня уже заведен новый инвестор. В виде инвестора также выступает Банк Санкт-Петербург. Это надежный партнер города. И, по крайней мере, сегодня у дольщиков появилась надежда, что данные объекты будут достроены. А с СУ-155 удалось как-то решить проблему? Это второй, наверное, такой проблемный объект, который добавляет, к сожалению, отрицательных баллов в нашу историю. Ну, также объекты строительства начаты, к сожалению, не те темпы, которые бы нам хотелось, но объективно ситуация с мертвой точки сдвинута. Об итогах, я думаю, мы сможем говорить немного позже. Это вот как раз тот пример, когда некоторые дома были уже почти завершены, и тут внезапно
кончились деньги, я так понимаю. Так, Ольга Вячеславовна, и вам вот в двух словах, тут пишут у нас на сайте, точнее участники как раз ЖСК, я так понимаю, L1 или дольщики этой компании, там каковы перспективы в целом? В целом у компании L1 перспективы неплохие, несмотря на то, что все их объекты являются долгостроями, но они достраиваются, вводятся в эксплуатацию, передаются дольщикам. Вопрос, к сожалению, не конкретен, потому что здесь все зависит от объекта и от той ситуации, потому что часть объектов L1 строится по договорам долевого участия сейчас, часть объектов строится на основании инвестиционных договоров с ЖСК. Здесь, наверное, имеется в виду ЖСК «Гранит». По поводу проверок и принятия мер к ЖСК мы здесь уже поговорили, что это очень сложно с точки зрения законодательства. С точки зрения законодательства. И, к сожалению, здесь во многом руки у нас связаны. Но на сегодняшний день группа компании L1 это не самый критичный вариант. Понятно. Ольга Вячеславовна, услышали. И еще одна реплика со второй площадки. Коротко. Да, пожалуйста, ваш вопрос. Меня интересует, что вступили поправки в закон о ЖСК. Каким образом будут достраиваться эти объекты, так как по этому закону теперь можно строить только один дом. А на примере нашего застройщика у него их 4 дома. Как теперь их достраивать? То есть такой вопрос. Услышали, кто готов ответить? Антон Юрьевич, вам, наверное, я как полагаю, юристу. ЖСК придется определиться все-таки, что они строят в конечном итоге. Возможно, выделение из этого ЖСК на 4. Почему нет? Пока, опять же, механизмы не прописаны, не существуют. Оля, попрошу наших зрителей пройти на голосование. И напомню вопрос. Мы сегодня спрашивали у зрителей, вы бы сегодня рискнули купить квартиру в строящемся доме? И я приглашаю зрителей, которые следили за ходом беседы на второй площадке, сделать свой выбор. Пожалуйста, проходите, голосуйте. Итак, готовы, да или нет, купить сейчас квартиру в строящемся доме? Направо, на белое поле, да, готовы. Проходите, пожалуйста, следующий. Налево, черное поле, нет, не готовы все-таки. Пока наши зрители голосуют, я подведу итоги голосования в нашей группе ВКонтакте. Да, готовы, говорят 35% наших зрителей, нет, не готовы, 65% соответственно. А зрители по ту сторону экрана? 69% не готовы. Все-таки скорее не готовы. И к ним присоединяется и большинство зрителей, следивших за беседом в студии. Спасибо большое, Оля, спасибо нашим зрителям. Скажу только утешительное, что в октябре прошлого года по итогам зрительского голосования на аналогичный вопрос нет, ответили более 80%. То есть, ну, что-то, видимо, движется в лучшую сторону, но пока перевес у нас в отрицательное. Нет, не готовы у нас покупать люди квартиры. Что нужно сделать, в первую очередь, и застройщикам, и властям, для того, чтобы у нас строительный рынок-то не остановился, не стагнировался? Вячеслав Васильевич. Да рынок не стоит, рынок развивается. И, безусловно, необходимо вводить новые инструменты. В том числе можно использовать международный опыт. В частности, то, что я начал говорить, это так называемое банковское сопровождение, когда мы должны получить гарантию, что деньги не уйдут на другие цели. Это значит, что можно в банке открыть счет целевого финансирования. Законодательство на эту тему существует, так называемые эскро-счета. Банк может осуществлять надзор за ходом строительства, по этапам строительства финансировать за счет средств дольщиков. В общем, контроль, еще раз контроль. Сергей Эдуардович, вам слово. Безусловно, регулировать и усовершенствовать действующее законодательство. У нас большой прорыв в этом году. В этой связи, надеемся, такими же шагами будем к этому приближаться. Все меры, которые на сегодняшний момент предусмотрены, и, конечно же, безусловно, они улучшают позицию дольщиков. Это, в первую очередь, конечно же, уголовная ответственность и прозрачность, и дополнительный контроль со стороны органов исполнительной власти. Ольга Вячеславовна, вам слово. Может быть, кстати говоря, кого-то посадили из недобросовестных застройщиков? Ну, моя, наверное, часть – это ответственность. Здесь скажу, что по-прежнему законодательство в этой части несовершенно, поскольку ответственность у нас как и административная, так и уголовная есть за все что угодно, кроме нецелевого использования средств граждан, что является основным. И плюс у нас не разрешен вопрос на практике с разграничением административной и уголовной ответственности за незаконное привлечение денежных средств граждан, поскольку
за 3 миллиона уже вроде как статья 200.3 УК теперь, а 3 миллиона это в ряде случаев даже половина стоимости квартиры. И получается, что застройщика мы посадим, а квартиры никто не получит. Антон Юрьевич, вам слово заключительное. Я думаю, законодательство идет верным путем, но, конечно, хотелось бы повысить процент исполнимости судебных актов. Потому что часть дольщиков, которые висят с кредитом, не вернув деньги, они так и продолжают висеть на данный момент. Спасибо вам большое, уважаемые эксперты, уважаемые зрители. Резюмирую все услышанное и сказанное. Спасение дольщиков – дело рук пока самих дольщиков. Всевозможные инструменты, форумы, информация от комитета по строительству и так далее. Вам в помощь юридическое сопровождение и так далее, и так далее. Это был проект 2015. Завтра мой коллега Михаил Титов вспомнит, каким был август 91 года вместе с очевидцами тех исторических событий. В 2015. До свидания.